Всем привет! Меня зовут Регина и это мой творческий влог. В этом видео я расскажу, как я придумала и нарисовала штампы для скраббукинга. Также расскажу, что будет с YouTube каналом и покажу свой карманный маленький джамбук. Не будем терять времени, поехали! Все началось с того, что мне необходимо было сделать урок, мастер-класс для школы штампинга и я придумала очень веселый хулиганский такой урок и предложила Екатерине, хозяйке Питерского скраб-клуба, выпустить для этого урока специальный набор штампов. Конечно, урок можно будет сделать с любыми штампами, но чтобы полностью отразить мою идею, я предложила выпустить специальный набор. И я объяснила Екатерине, какие штампы я вижу в этом наборе. И она спросила меня, могу ли я нарисовать их сама. И, конечно, я согласилась, потому что такого опыта у меня еще не было. И мне было очень интересно попробовать себя как дизайнера штампов. И я была очень воодушевлена с одной стороны, а с другой стороны мне было очень волнительно и даже страшно начинать делать это. Потому что только представьте, что вам предложили разработать собственный дизайн материала, с которым вы работаете. Допустим, если вы работаете с бумагой, то придумать и нарисовать свою собственную бумагу. Если вы работаете с ножами, то придумать дизайн ножей. Если вы работаете с красками, то какую-то свою палитру собрать. Это очень воодушевляет, вдохновляет, но я считаю, что творчество, по крайней мере, у меня, оно рождается из каких-то ограничений. И не имея ограничений, для меня это очень сложно. И именно это меня пугало. Первое, с чего я начала, это взяла акриловую краску и кисть и начала рисовать дизайны. Идея набора, который я хотела сделать, в том, чтобы создать небольшие штампы с разными паттернами, которые можно будет использовать для создания различных фонов. И сейчас вот вы видите некоторые из паттернов, которые я начала рисовать. Я решила, что нарисую 50, ну, я поставила себе такую задачу 50 разных паттернов, разных дизайнов, и потом выберу из них уже 20, которые отправлю на утверждение, на выбор к Екатерине. И я подумала, сейчас я быстренько нарисую 50 разных дизайнов, и как бы не так. Трудности у меня начались уже приблизительно с 20 рисунка. Я рисовала сухой кистью, потому что в этом была моя идея, в том, чтобы передать рукотворность самого дизайна, чтобы было видно, что это нарисовано рукой, а не как-то отпечатано или даже вот как, как отштамповано. И кто следит за моим творчеством, те уже видят, что здесь много символов, которые я сама очень часто использую. Крестики, круги, вот такие вот линии, вот такие вот штучки. Это все символы, которые я часто использую и очень люблю. Я пользовалась сухой, такой полусухой кистью, потому что мне нравятся фактуры, которые получаются с помощью сухой кисти. Это очень красиво. То есть, имея просто кисть и обычную черную краску, мы получаем вот такие интересные полутона. И даже обычные вот линии, они становятся такими какими-то живыми, рукотворными. И именно это я хотела передать в своих дизайнах. Но чем больше я рисовала акриловой краской, тем чаще я задумывалась, что я вообще не видела таких дизайнов у других брендов, у каких-то зарубежных брендов, я никогда не видела, чтобы были именно имитации мазки сухой кисти. Я встречала дизайны как имитация краски, но это, как правило, были залитые такие дизайны без вот такой фактуры. И тогда я поняла, что, скорее всего, это достаточно сложно сделать или просто невозможно передать вот эти вот мелкие, не прорисованные краской участки и в этот момент я поняла, что скорее всего все эти дизайны не подойдут. Тогда я стала искать альтернативный материал и я взяла фломастер. Это обычный детский фломастер, потому что маркеров у меня нет. Но я посчитала, что это приблизительно одно и то же. И посмотрите, у меня стали, когда я сменила материал, стали выходить совсем другие уже дизайны потому что разность материала, разность того, как они ведут себя на бумаге, как они лежат в руке, выдает другие линии. И здесь можно было уже делать что-то более изящное, чем кистью. Но эти дизайны мне совсем не понравились. Даже дело не в самих дизайнах, а в том, какие линии получаются. Потому что в штампе очень важны линии. Фломастером у линий нету какой-то не знаю, как объяснить плотности, что ли, какой-то энергии нету, потому что они, ну как будто бы, они какие-то плоские. Вот даже если сравнить с кистью, вот эти два дизайна сравниваем, вот смотрите, если сравнивать их, то ощущения от них абсолютно разные. Мне сложно это выразить словами, но я просто понимала, что это совсем не то, что я хочу. И тогда я продолжила свои поиски материала и взяла линер. Вот эти дизайны я нарисовала линером, и линер, конечно, это вообще совсем не то, что мне нужно, потому что линии получаются очень тонкими. Но ну, у меня еще тоненький линер, но линии получаются очень деликатные, очень изящные. Это совсем не то, что мне надо, потому что для фонов это не очень хорошая история, поскольку если мы пустим эти дизайны в таких линиях на какой-то очень активный фон, то они просто потеряются. Ну и как вы видите, в линере я очень быстро разочаровалась и даже не пыталась им порисовать много. И вот тут я по-настоящему приуныла. Краска не подходит, фломастер мне не нравится, линер тоже не подходит. И казалось бы, я уже исчерпала весь свой лимит материалов, но тут мне пришла абсолютно гениальная мысль. Я решила попробовать использовать тушь и перо. И именно этот материал позволил мне добиться именно того, что я и задумала, то, чего я хотела, то, что я хотела передать, а именно рукотворность дизайнов и живые линии. Это итоговый вариант того, что я отослала Екатерине. Хотя попыток у меня было очень много. Потому что изначально я не каллиграфист и не пишу с помощью пера и, черни... и туши. И конечно, чтобы сделать эскизы без клякс, мне пришлось потренироваться. С помощью туши у меня получились по-настоящему интересные линии. Они неоднородные, они где-то разные по толщине, где-то есть сгустки чернил и там линия толще. Точнее туши я рисовала тушью. Тушь это жидкий материал, она растекается. И поэтому очень сложно контролировать процесс. И дизайны получаются, линии получаются по-настоящему живыми. То есть здесь вообще без вопросов это видно, что человек просто начертил, накалякал это своей рукой. И даже переведя эти дизайны в штамп, за счет толщины линий будет сохраняться это ощущение почеркушек на полях. А если сравнить с фломастером, то вот даже один и тот же дизайн, вот посмотрите. Вот один и тот же, он смотрится абсолютно по-разному. Видите, какие плотные, энергичные линии с помощью туши и какие-то вот невыразительные линии и невыразительный дизайн, тот же самый дизайн с помощью фломастера. То есть переведя это в штамп, это будет выглядеть просто какой-то кривой картинкой, а переведя такой штамп, вот этот дизайн в штамп, это будет выглядеть как будто бы это не штамп, а просто кто-то начертил, накалякал от руки. И это именно то, чего я добивалась. В итоге я выслала эти эскизы Екатерине вместе с вот этим эскизом. Но Екатерина подтвердила мои опасения, то, что такие фактурные штампы практически невозможно сделать. Это возможно сделать в резине, но силиконовые и фотополимерные штампы на это не способны, потому что вот эта разность цветов, это эти мелкие, вот мелкая детализация от сухой кисти, вот такая. Это очень сложно передать. Поэтому мы остановились на этом варианте. Но я не знаю, какие в итоге дизайны войдут в набор. Единственное, что я очень сильно просила Екатерину оставить мне вот эти вот круги неровные. Потому что ну, это прям must have. Поэтому 99% что эти круги все-таки будут. Что будет из представленных вариантов, я не знаю. И мы с вами узнаем вместе это уже очень скоро, когда штампы ко мне приедут. Мы вместе с вами их посмотрим. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. А эта вещь, которую я очень хотела вам показать, это можно назвать джангбуком, которому уже более 60 лет представляет собой тетрадь обложка, видимо, уже оторвалась. Внутри здесь вот такие состаренные желтенькие странички. Они имеют естественное состаривание. И мне подарили эту вещь для моего творчества. Здесь внутри находятся разные почтовые карточки. Им уже 50-60 лет. Смотрите, какие красивые. Некоторые даже не глянцевые. И они подписаны в своем большинстве. Человек хранил их очень долго, бережно хранил. И, на мой взгляд, это очень трогательно. Сейчас, в связи с переездом, мне подарили эту вещь для моего творчества. Я, конечно, с радостью, с радостью забрала, потому что люблю. Люблю почтовые карточки, у меня их много, но здесь такая особенность, что они подписаны, что они вот в таком виде хранятся. И для меня они, ну вот, именно этот материал, он несет очень такую добрую, теплую энергию, которая меня вдохновляет. И отдельно я хочу отметить вот этот гениальный способ. Хранение. Почему-то мне никогда не приходило в голову сделать также самостоятельно подложки в альбоме. То есть это же может быть и вырезанная подложка, прорези сделать с обратной стороны, укрепить скотчем, вот здесь вот, где вырезы, и наклеить на страницу альбома. И все это готовая подложка. Это же гениально. Я не знаю, я когда увидела это, подумала, почему я никогда не думала об этом. Это же так просто. Вот. И мне очень нравятся открыточки. Здесь они все на ботаническую такую тематику. Некоторые не подписаны. Видимо, человек коллекционировал, может быть. Но я знаю, насколько знаю, что раньше люди часто коллекционировали разные такие вещи с актерами, с писателями. У меня таких тоже очень много, и надо бы их перерабатывать, потому что это классный материал для того, чтобы использовать их в своих работах. Их можно и как страничку подклеивать, использовать, и как карточки куда-то в карман вкладывать, например. Какая -то торжественная открытка То с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Мне особенно нравятся такие, которые не блестят. Ой, там даже марочки. Давайте посмотрим. Так. Вот марки. Вот здесь а, это, наверное, Абай Кунанбаев здесь. 95 год марка. Надо будет их, может, аккуратно отклеить. Или так оставить. И у меня на канале вышел мастер-класс о том, как можно адаптировать такие странички, ой, такие открыточки под свое творчество. Вот. Здесь э, почти все странички заполнены открытками. Их очень много. Я не пересчитывала сколько, но, но очень много. Некоторые я уже вынула, потому что собираюсь с ними поработать. Смотрите, какая прелесть здесь даже пронумерованы страницы. Просто ну, видно, что человек это как бы ну, с душой это хранил, с душой это сделал. И для него это имело большое значение. Поэтому я тоже буду бережно относиться к этому материалу и обязательно буду потихонечку его использовать в своих работах. И возвращаясь к мастер-классу, который вышел у меня на канале, мы адаптировали такие открытки, которые уже имели текст на обратной стороне. Мы их адаптировали под свое творчество и сделали вот такие вот классные микс-медийные карточки на которых можно писать журналинг или размещать фотографии. А также их можно подклеивать даже в виде карманов. Например, если вот так вот приклеить их или прошить, то это может быть карман. В общем, у них очень большой потенциал использования. Вот здесь вот видно текст. А также в этом мастер-классе я показала еще один вид создания фона. Интересный, как можно усложнять свои фоны с помощью книжных страниц. Но если у вас вдруг нет таких карточек, то в мастер-классе я показала, как их можно сделать своими руками, без специальных инструментов, как сделать вот такую обложку, как скруглить уголки, ну и, конечно, как их оформить сзади. Это наши самодельные карточки, и я думаю, что они ничуть не хуже, чем те, которые напечатаны в типографии. Ссылку на этот мастер-класс я оставлю в правом верхнем углу, а также внизу под этим видео. Сейчас я продолжаю заниматься съемками, съемками своего авторского курса, который будет содержать большое количество мастер-классов. И времени на то, чтобы творить что-то объемное у меня совсем нет. Поэтому я нашла удовольствие. В создании и в заполнении вот такого маленького джанка. Он сделан из остатков, обрезков и вообще из материалов, которые меня не вдохновляют, которые мне не очень нравятся. Но в итоге он принес мне очень много удовольствия, очень много радости. И мне понравился такой формат. Помещается на ладошке о, по размеру смартфона. Обложка здесь это просто... Книжный лист, которым я обернула его. В общем, здесь сделано так прямо на коленке. И особенность такого джанка в том, что он никогда не бывает заполнен, закончен. То есть я не создаю его там отдельную страничку, потом перевернула следующую страничку. Нет. Я просто постоянно сюда что-то добавляю и не могу назвать ни одну страницу, ни один разворот заполненным. То есть у меня лежит какая-нибудь ерунда, вот какое-нибудь сердечко на рабочем столе. Я возьму, открою его, куда-нибудь добавлю и вот таким образом я его заполняю. Также я записываю здесь цитаты какие-то, которые тронули меня. И этот джанг, это такая демо-версия моих будущих мастер-классов. Допустим, здесь вот появилась Появился вот этот декоративный элемент еще тогда, когда я не сняла мастер-класс то есть с этого все началось. Когда заполняешь такой джанк, у тебя толком нет каких-то специальных подготовленных материалов. И здесь внутри него очень много веселья, очень много творчества, и именно в процессе создания этого джанка меня очень много идей посетило. Например, вот узнаете эти круги, впервые я нарисовала их в этом джанке просто для того, чтобы здесь заполнить пространство. И в итоге они перекочевали в мои эскизы штампов. То есть вот они, пожалуйста. Отдельное удовольствие в таких джанках это пристраивать то, что у тебя плохо лежит. И это такие быстрые эндорфины, быстрое удовольствие от творчества. Вот тоже опять эти круги, да, которые я использовала для эскизов. Все вот эти слова, вырезалки, это все у меня оставалось от прошлых проектов. Где-то вот эта выбракованная высечка была. И я рада, что я могу избавиться от какого-то материала, который уже мне не очень нравится. Но в итоге вот плохо пропечатанная надпись. Сюда все можно использовать. И это такое вообще не напряжное творчество, потому что на любом этапе ты можешь остановиться и закрыть его, и тебе не надо вымучивать там страничку, потому что ты знаешь, что ты можешь вернуться к ней потом. Такое расслабленное состояние, здесь не идет, открыл другую страницу, творишь на ней. И сейчас здесь уже достаточно много всего, но я все равно знаю, что могу в любой момент взять его, добавить что-то еще. Здесь я даже рисовала от руки. Смотрите, какие забавные персонажи. И здесь сложно что-то комментировать серьезным видом, потому что это изделия про веселье, про какое-то удовольствие от творчества. И я напоминаю, что все эти материалы, они изначально были не вдохновляющие. То есть некоторые из них лежали очень долго. Здесь я нарисовала растения в вазе, и мне очень понравилось, как я это сделала. Вообще мне редко нравится то, что я рисую. Но в этом джангбуке я что-то разошлась. Вот здесь у меня тоже толпа разных персонажей, такие забавные. Так просто, но каждый, мне кажется, со своим каким-то характером, выражением лица. Некоторые странички я вижу, что еще надо доработать. Некоторые, самодостаточные. И такое изделие мы делаем просто для себя, для своего удовольствия, для того, чтобы наполниться какими-то новыми идеями. И даже если страничка мне не нравится, вот, например, этот разворот, он какой-то пустой, не наполненный, я отношусь к этому спокойно, потому что я знаю, что в какой-то момент появится какой-нибудь огрызок или обрезок бумаги, который можно будет туда пристроить. В таких работах мы изучаем себя, смотрим, что нам нравится, что нам не нравится. И в них мы можем экспериментировать, творить со, спокойной, со, спокойной, со спокойным сердцем. Вот, вот такой вот у меня джангбук, с которым я сейчас развлекаюсь. Еще я недавно ездила за город и собрала такой походный скраб-набор. У меня уже есть опыт творчество на выезде, так скажем. Был у меня такой опыт, когда я месяц путешествовала с одним рюкзаком по разным островам и тоже брала с собой скраб. Поэтому я знаю, что подходит для быстрого творчества в дороге. И сейчас я ездила всего на несколько дней за город, но тоже собрала небольшой наборчик. Я сложила его вот в такую дозу. Итак, я взяла немного разных обрезков ну прям совсем какие-то которые мне тоже не нравятся не очень вдохновляют маленькие обрезки которые просто лежат также я брала разные отштамповки и заголовки которые тоже являются браком у меня их скопилось много за время работы в дизайн-команде и вот их я сейчас активно в своей работе использую. Конечно, я брала с собой ножницы. И, конечно, я брала с собой клей. Сверху я положила несколько листов бумаги тишью, которую мы делали с вами в одном из прошлых мастер-классов. А далее вот такой вот маленький джанг, тоже из бумажек, которые мне не нравятся. И все это прекрасно закрывается крышкой, весит совсем немного, занимает немного места и готова отправиться со мной в путешествие. Этот Джанк еще не готов, но я хочу показать вам, как я использовала бумагу Тишью в творчестве на выезде. Это супер материал. Вот посмотрите, как он сразу усложняет фоны. И у меня есть мастер-класс, как сделать такую бумагу-тищу своими руками. Вот это все бумага-тищу, вот это тоже. Я оставлю этот мастер-класс для вас в правом верхнем углу, а также внизу под этим видео. Вот эта бумага-тищу с цветным штампингом, вот это и это. То есть посмотрите, мы не, не обязаны брать с собой штампы или доставать штампы. Мы просто можем приклеить такую бумагу с уже заведомо отштампованными оттисками. Вот, вот. Но это я рисовала. Это штампинг. Вот это тоже штампинг. Вот здесь тоже бумага тищу. Это, кстати, вот открыточка. Вот она. Вот это и это, это все бумага тищу Изначально был просто какой-то красочный фон, на который я наклеила эту бумагу. И вот, пожалуйста, уже страничка выглядит очень сложно сочиненной. Вот эта бумага тищу и здесь тоже насекомое. Это не штамп, а наклеенная бумага. Вот это, это, вот здесь. Все бумага тищу, вот этот разворот мне очень нравится. Здесь классно получилось. Здесь был сложный фон, плюс еще вот эти круги на фоне бирюзовые, и сверху я наклеила бумагу, и получилось прям очень здорово. Такой сложно сочиненный фон. Вот этот фрагмент мы делали вместе с вами на видео. Вот тоже, пожалуйста. Вот здесь эти круги мы рисовали тоже на видео. И они, смотрите, как фокусные точки под какой-то сложный фон. Если надо выделить элемент, вот, пожалуйста, наклеили. То есть мне не надо с собой брать или, если вы дома скрапите, доставать краску, доставать штампы. Я просто могу взять стопку бумаги тишью и с помощью нее быстро усложнить свои странички. Вот тоже, смотрите, цифры как классно смотрятся. Здесь, здесь. То есть мы можем даже цветными чернилами или цветной краской делать какие-то изображения. Вот тоже. Поэтому, если вы еще не видели этот мастер-класс по бумаге тищу, то переходите и обязательно смотрите. Последние дни я часто получаю вопросы о том, что будет с YouTube каналом. Некоторые люди пишут мне, что испытывают сложности с тем, чтобы смотреть видео на YouTube. И несколько лет назад я живу в Казахстане, и у нас оппозиция несколько лет назад она была за рубежом. И периодически эта оппозиция она стримила на YouTube свои какие-то там политические вещи. И на это время, когда у них проходили стримы, нам по всему Казахстану просто перекрывали доступ к Ютубу. Поэтому я понимаю, как вам неудобно, как вам обидно, как вам неприятно. И я огорчена вместе с вами. И поэтому нам пора поговорить на эту тему, в этом видео у меня для вас две новости, плохая и хорошая, как в том анекдоте. Начну с того, что на канале сейчас 1700 постоянных зрителей, и как бы это банально не звучало, я всего одна. Все свои видео я делаю одна, у меня нет команды, у меня нет помощников – Кому-то удобно смотреть в YouTube, кому-то в ВК, кому-то в Telegram. Я думаю, что вы понимаете, что одна я не могу охватывать все эти сферы. На то, чтобы создать одно видео, у меня уходит от 3 до 7 дней. Так как мои видео выходят еженедельно, то несложно подсчитать, что я нахожусь в процессе съемки и подготовки видео ежедневно. То есть каждый день от 3 часов и более своего времени я трачу на то, чтобы делать видео. Я напоминаю, что все мои видео являются абсолютно бесплатными, но это не значит, что я это делаю просто так. У меня есть свои определенные творческие цели, свои творческие амбиции, и мой канал, в который вложено много труда, много времени, много энергии, это один из инструментов к достижению моей творческой мечты, моих творческих целей. Поэтому видео будут выходить на той площадке, которая удобна мне как автору. Так как все мои видео являются бесплатными, являются уникальными, то я считаю, что мой, мой контент, мои видео и я как автор, как мастер, мы стоим того, чтобы вы нашли способ... Чтобы посмотреть мои видео, посмотреть с мобильного интернета или скачать в VPN, или есть специальные программы, которые ускоряют работу Ютуба. Если вы, как и я, не понимаете в этом, как это сделать, то попросите кого-то из своих друзей, мужей или сыновей, кого-то, кто в этом разбирается. И мы подошли к плохой новости. Это то, что все мастер-классы, которые я снимала для YouTube и буду продолжать снимать, они все останутся на YouTube-канале. Я не буду их транслировать на другие площадки. Но погодите, есть и хорошая новость, к которой мы тоже сейчас подойдем. Мне говорят, Регина, но ведь твоя аудитория, она в основном из России. Да, это так. В основном меня смотрят из России, это большая часть людей. Но у меня есть зрители из других стран, из моего Казахстана, из Беларуси, Украины, из Германии и других стран. И я не разделяю зрителей по полу, по национальности или по месту проживания. Я не считаю, что люди там, мужского пола более творческие, чем женского пола, французы более творческие, чем итальянцы, или люди справа полушария, земного шара более творческие, чем слева. Мы все одинаково творческие люди, и я хочу, чтобы творчество наоборот сплотило нас, чтобы оно помогало делать мир и наши жизни лучше. Это моя принципиальная творческая позиция. Поэтому те, кто провоцирует меня, те, кто пытаются меня виноватить или обидеть, вы не заставите меня сделать выбор в пользу каких-то определенных зрителей. Для меня каждый зритель, каждый друг моего канала, он одинаково ценен и одинаково уважаем мной. Но специально для мастеров, кто нуждается в моих мастер-классах. Тот, кто хочет продолжать творить вместе со мной, тот, кто боится потерять связь нашу, я организую специальную группу поддержки ВКонтакте. Это будет бесплатная группа, и это будет закрытая группа. Почему она будет закрытая? Потому что у меня нет цели масштабировать эту группу или как-то ее продвигать, по крайней мере, на данный момент. И я не хочу, чтобы мои видео стали способом раскрутки других каких-то групп или других брендов, потому что я не хочу, чтобы их репостили. Я хочу, чтобы видео были э, только в этой группе, чтобы это было наше уютное сообщество, где мы можем вместе э, переждать вот эти трудности, поддержать друг друга и не потерять друг друга. Всех желающих я приглашаю в эту группу. В ней будет выходить два видео в месяц. Первое видео это будет влог, творческий влог мой, который будет дублироваться с YouTube канала. А второе видео это будет мастер-класс, мастер-класс по типу «Твори со мной». Темы для мастер-классов я буду брать со своего YouTube-канала. Я буду смотреть, какое видео наиболее популярно, какое нравится людям. И эту же тематику я буду специально для вас переснимать. Понимаете, на что я иду? Я буду переснимать это видео для того, чтобы выложить его для вас в ВК. Это я делаю для того, чтобы поддержать, поддержать тех мастеров, кто в этом нуждается и кто хочет продолжать творить вместе со мной. Но это не будут мастер-классы с YouTube. Мастер-классы с YouTube так и останутся на YouTube. Это будет отдельное уникальное видео. Поэтому я приглашаю вас в эту группу. Если вы смотрите это видео на YouTube, то ссылку я оставлю внизу. Зрители с YouTube я тоже приглашаю, поскольку те, кто ко мне, по мне соскучивается, кто хочет больше моих видео, то, пожалуйста, приходите еще и в ВК и смотрите это уникальное видео еще и в ВК, потому что ну, вы понимаете, что два абсолютно одинаковых, идентичных мастер-класса снять все равно не получится, даже если тема будет одинаковая. И я приглашаю э, зрителей, кто находится в ВК. В ближайшее время я создам эту группу и анонсирую, повешу ссылку у себя в сторис, у себя на стене. Но если вы вдруг боитесь потерять или не увидеть, то оставьте мне сообщение под этим видео, какое-то сообщение или смайлик. И в сообществах есть функция, чтобы кого-то пригласить. Я вас найду и приглашу вас в этом сообщество индивидуально. На данный момент это мое окончательное решение. Вы можете либо соглашаться со мной и разделять мои взгляды и следовать дальше со мной, либо не соглашаться и не разделять мои взгляды. И тогда наши творческие пути разойдутся на данном этапе. Как бы ни было, я желаю вам приятного творчества, вдохновения и увидимся уже на следующей неделе. Пока. И вот, наконец, настал тот день, барабанная дробь. Ко мне приехали мои штампы, то есть штампы, которые я нарисовала и придумала сама. Я так волнуюсь, я вообще не знаю, что же там внутри. Не знаю, какие дизайны в итоге вошли в набор. И я так волнуюсь, у меня дрожат руки, в горле пересыхает. И я надеюсь, что это не помешает нам. Разделить с вами вместе радость распаковки. Давайте скорее откроем и посмотрим, что же там внутри. Так, штампингу время, работе час написано на пакетике. Там помимо штампов, которые должны прийти мне к уроку, там еще есть штампы которые я просто заказывала в свою коллекцию. И да, вот он, вот он мой набор. Давайте откроем. Так, я сняла с него пленку, чтобы сильно не бликовала. И я просто, честно говоря, в шоке от того, сколько здесь поместилось дизайнов. Посмотрите. Так, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 штампов. Можете себе представить? Это очень щедро со стороны питерского скраб-клуба. Очень здорово. Я смотрю, здесь Екатерина каждый миллиметр пространства использовала. То есть вот эта палетка, это средний набор у питерского скраб-клуба. Но по количеству штампов он совсем не средний. Здесь 17 дизайнов, и я очень приятно этим удивлена. Это очень здорово. Первое, что мне бросилось в глаза, это этот дизайн. Я очень хотела, чтобы он был. Конечно, круги, которые я попросила у Екатерины. И я смотрю сейчас на эти дизайны и вижу, что они вообще не отличаются от того, что я нарисовала. Дизайны абсолютно идентичны первоначальным эскизам. И Чему я еще удивлена, и, наверное, вы тоже, это тому, что здесь есть штамп, который я рисовала с помощью кисти. И сейчас мы проверим, как же он штампует, потому что здесь вот текстурка такая достаточно мелко детализированная. И вот тоже, кстати, дизайн, который я делала акриловой краской. Но что на них смотреть, давайте сразу мы поштампуем и посмотрим на оттиски. Так, не знаю, что я тут наштампую своими трясущимися от радости ручонками. Но надеюсь, надеюсь, что все у меня получится хорошо. Так, и начнем с этого штампика. Я буду использовать черные чернила просто для того, чтобы... Ну, сейчас на контрасте будет лучше рассмотреть оттиски с помощью именно этих чернил. Но по моей идее, смотрите, как круто. Потрясающий оттиск. Смотрите, какие они живые линии прям живые. То, что они такие немножко неровные, где-то линия утолщена. Действительно создается ощущение, как будто бы это я нарисовала здесь только что тушью. Это просто какая-то магия, какое-то волшебство. И моя идея, почему штампы такие маленькие, моя идея в том, что мы можем вот таким вот образом продлевать рисунок бесконечно сколько нам это необходимо и рисунок не будет смотреться однотипным и однообразным также можем вниз да, продлевать делать оттиски вниз и заштамповывать большие площади и еще ладно покажу на каком-нибудь другом штампе так ну давайте по порядку идти круги У меня все слова пропали. Я это, не знаю, связь с мозгом безнадежно утеряна. Класс, смотрите. Здорово, правда? Но скажите, какие они необычные. Мне кажется, в штампе они выглядят даже лучше, чем на моих эскизах. И здесь в наборе есть два варианта таких кругляков покрупнее. И вторые помельче, и это очень классное решение, что Екатерина эти круги в двух вариантах добавила в этот набор, потому что это дает нам очень большие возможности при составлении композиций. Смотрите, как классно. А кроме того, они, видите, у них неровные, неровные, как бы границы, да? Это очень здорово. Я такое вообще видела только у питерского скорбкума, когда они вот такие неровные штампы выпускают. Потому что, во-первых, мы можем вот... Они подходят да, друг к другу, и мы можем продлевать эти паттерны. Это, во-первых. А во-вторых, это если мы хотим делать какие-то упорядоченные упорядоченные... Вот, видите, и мы продлеваем, но здесь немножко не пропечаталось и мы делаем ровный бордюр, допустим. А если мы хотим делать хаотичные какие-то фоны, то мы можем одним и тем же штампом, поворачивая его, вот смотрите, да, я его поверну, вот наискосок поставлю. Вот, и они уже смотрятся совсем по-другому. Они не выглядят, как будто бы мы, как штамп, да, допустим повторяющийся какой-то. Не знаю, что я несу. Я надеюсь, э, надеюсь, понятно я вообще говорю. Много-много чувств у меня сейчас внутри смешались, потому что, мне кажется, у меня даже руки дрожат. Так, и вот эти кругляки, которые я просила. Куда их? Вот, не знаю. Сюда давайте. Супер. Вот казалось бы просто какие-то закорючки. Но то, что они имеют внутри неполную заливку, то, что вот они такие неровные, это все будет усложнять наши работы. Глазу будет интересно даже вот такой вот малюсенький штамп, малюсенький кусочек. Ему будет интересно рассматривать нашему глазу. Так, вот, кстати говоря... Это штамп, который я, точнее, это дизайн, по которому я грустила. Когда Екатерина мне сказала, что такой дизайн не получится сделать, это я напомню, акриловой краской делала. Когда Екатерина мне сказала, я расстроилась, потому что эти круги, они, ну, они такие необычные. Смотрите, какой-то из них вот а, имеет как бы сгусток краски, какой-то не до конца прорисованный. И они очень необычно и интересно смотрятся. Мне было жаль, жаль, что ну, его можно и наискосок, да, вот как-то там при прилепить. Вот, и смотрите, я вот так вот, если буду делать оттиски, они совпадают. Вот, видите, я могу продлевать в любом направлении вот этот фон. Это очень здорово, но это уже заслуга Екатерины, потому что именно Екатерина их переводила в электронный вариант и как-то вот, не знаю, как-то она так делает, чтобы штампы совпадали, чтобы их можно было продлевать. Так, дальше. Ой, вот эти закорючки такие смешные. И я сейчас показываю, штампую в черном цвете для того, чтобы была ну, большая контрастность чтобы было как-то более-менее наглядно. Но я думаю точнее, я уверена, что в цвете эти дизайны будут смотреться будут смотреться очень классно. Так, и в зависимости от того, каким цветом, в какую обстановку, так скажем, мы их поместим они будут работать на разный стиль. Вот, и смотрите, почему еще такие маленькие. Потому что мы можем их вот таким вот образом крутить, вертеть и дополнительно еще делать а, разные орнаменты. То есть на, у набора потенциал очень большой потенциал использования, да. Потом можем, допустим, разные цвета делать, квадраты заштамповывать. В общем, здесь ну, очень много вариантов. И, конечно, я буду делать мастер-классы с этими штампами. То есть будет мастер-класс в школе штампинга, а также будут мастер-классы на моем канале с этими штампами. Ну, просто потому, что я, ну, мне очень <laughs> они нравятся. И они меня очень вдохновляют, и далее в мастер-классах я уже буду показывать какие-то идеи их использования, потому что, конечно, вот так в формате такого вот обзорчика, ну, охватить вот этот набор, потому что он очень-очень универсальный, достаточно сложно за короткий промежуток времени. Вот смотрите, как классно. Даже мне эти штампы напоминают немножко что-то такое этническое или Боха может напоминать, да? Хотя они будут классно смотреться и в мужских работах, и в гранжевых работах, и в детских работах, и в американском стиле, если, допустим, их делать какими-то разноцветными. Ой, мне давно не хватало крестиков. Кто следит за моим творчеством, те знают, что я, крестики, этот символ у меня достаточно часто используется. Уж не знаю почему, но я часто рисую, какие-то паттерны делаю из крестиков и вышиваю крестиком как, как акценты. Смотрите, как классно. Ну круто же. Вот. Так, крестики. Теперь у меня есть крестики. Пришлось, пришлось стать дизайнером штампов, чтобы сделать штампы, которые хочешь. Так, и такой крестик даже есть. Вот смотрите, как здорово. Оп! Блин, смотрите, какие линии классные. Очень аккуратные, изящные линии. Очень красиво. И знаете, он один, но с одним этим крестиком Смотрите, какая вариативность. Вот я его так поставила. Теперь я его поставлю вверх ногами. Вот так. Оп. И это уже два разных крестика. Они не смотрятся, как будто бы я их сделала одним штампом. А теперь смотрите. Фокус, фокус. Теперь я его вот так поставлю. Оп. И это уже третий вариант. И все эти крестики разные. Хотя это один и тот же штамп. Круто? По-моему, очень круто. Так. Дальше. Ой, этот дизайн мне тоже нравится. Такой он забавный. Так. Оп. Ой, классные такие. Я думаю, что эти штампы надо будет проверить, конечно, что эти оттиски и в эмбоссинге будут хорошо смотреться. Так, давайте его развернем. Можно наискосок поставить. Оп. Вот. А, я не развернула их, да? Сейчас. Развернем. Вот так. И еще знаете, что удобно в этих штампах? Они маленькие, и если нам нужно использовать этот оттиск как акцент, то мы можем просто один, на каком бы показать, сейчас покажу. Ну на этом и покажу. Я его просто от чернил почистила. Вот, если нам нужно где-то поставить один акцент, то мы можем всего на один элемент нанести чернила и поставить. Оп, все. Видите, как классно? С большими штампами, если бы это было большое вот такое полотно, то это сделать, ну, это сложно. Сложно пристрелиться в то место, где тебе надо. Сложно не нанести чернила на какой-то другой участок. Но ну и в целом, давайте называть вещи своими именами, большие бы полотна, они и стоят очень дорого. И такого разнообразия в одном среднем наборе мы бы не получили. Так, давайте дальше смотреть. Так, ну-ка посмотрим. Класс. Чудесные оттиски. Они ничем не отличаются от того, что я рисовала тушью. Вот, вот как красиво. Смотрим дальше. О, треугольники. Треугольники. Я только сейчас, когда делаю оттиски, я... до меня доходят, какие именно штампы здесь есть. Потому что, не знаю, такой сумбур у меня. Я не успела даже осмыслить. Треугольники это тот штамп, который я очень давно хотела. Я не могла его найти вообще ни в каких наборах. Не знаю, почему-то треугольники не реализованы у производителей. Но как символ, как фон очень интересный. Тем более, что здесь я не просто треугольники нарисовала, а несколько из них я закрасила. Поэтому при создании каких-то фонов это будет не просто какой-то паттерн одинаковый, но... Кое-где будут встречаться вот такие закрашенные треугольнички, что особенно может быть интересно, если мы будем использовать цветные чернила. Ну и как бы почему бы не проверить это сразу. Я почистила штамп. Давайте попробуем цветными. Какая прелесть. Ну, посмотрите. Мне кажется, что все, весь этот набор, он выглядит очень современно, очень свежо. И, ну, не знаю, по крайней мере, русскоязычные производители, ну, на мой взгляд, еще никто такого не делал. Смотрите, как здорово. Ой, я просто... Я просто в восторге. Так, давайте дальше смотреть. Ой, вот этот вот интересный дизайн. Причем Екатерина взяла тот, который не является окончательным вариантом, который у меня там где-то на полях был. Я его, я пронур... пронумеровала те, которые я считаю достойными, которые я считала достойными быть штампами, а этот у меня был не пронумерован. Но она его взяла. И, кстати говоря, правильно сделала. Смотрите, какой интересный дизайн. Мы можем его продлевать вот так вот вниз бесконечно долго. Можем вот так в бок его штамповать. Давайте длинную покажу. Вообще, когда я его рисовала, это должны были быть, ну что-то похожее на листики. Но мой уровень рисования, он, ну вы видите, да, на каком уровне я рисую, поэтому это не совсем листики, а больше какие-то. Ну, если их раскрасить в зеленый, то это могут быть листиками, но условными. Вот, видите, и я могу продлевать его бесконечно долго. А также его можно использовать в таком виде. Еще его можно использовать вот так. Это на минуточку я сейчас первый раз открыла набор. Это вот только то, что я прямо сейчас в режиме реального времени придумываю. Вот, смотрите, как классно. Оп. Здорово, они встретились и сформировали такой как бы узорчик, да. То есть это могут быть и листики, и стрелочки, и какие-то протекторы шин. Вот. Но мне кажется, это супер. Я буду рада, если вы напишите свое мнение об этом наборе, понравился ли он вам. Разделяете ли вы мои восторги, или я тут <laughs> сама с собой? Но, конечно, я делала, исходя из своего опыта, исходя из своих вкусов, исходя из своего штампового какого-то опыта. Но я надеялась на то, надеюсь на то, что этот набор придется по вкусу многим любителям поштамповать, многим скраперам. Смешно смотрится как такой конфетти, да? Вот, потому что... Потому что мне хотелось вдохновить вас на какие-то интересные экспериментальные работы. Хочется как-то разогнать вашу фантазию. Потому что эти штампы, они сами по себе, они не имеют какой-то ярко выраженной тематики. Они не обязывают они не диктуют вам тему. Это вы. Вы сами решаете, в какую работу их поместить. И я уверена, что их можно даже и в какие-то цветочные работы, потому что, ну, треугольнички или вот эти вот точечки на фон, даже классическую скраповую открытку возьми, на скраб-бумагу несколько поставь оттисков, она уже будет смотреться более интересно, более выразительно. Так, вот этот штамп мне очень интересно, как получится. Прямо посмотрим. Вау, смотрите-ка. Это очень неожиданно. Но это действительно круто. Это повторяет фактуру кисти. Это классный штамп, его тоже можно продлять или делать большие паттерны. Для меня сейчас просто я удивлена тем, что Екатерина добавила его в этот набор, потому что ну, у нас был разговор о том, что такие штампы сложно очень адаптировать под не штампы такие дизайны сложно адаптировать и чаще всего это получается более или менее в резине но видите Катя постаралась поработала с ним и вот смотрите как здорово получилось не всегда хочется разводить грязь с этой кисточкой с краской все-таки штампом это сделать гораздо быстрее и вот теперь у нас есть такой замечательный дизайн такой замечательный инструмент я думаю что цветными чернилами тоже будет очень классно и интересно. Так, <с Bei> вот такой малюсенький штампик. Я тоже, честно говоря, удивлена, что он здесь есть. Это тоже краска изначально. Краска и кисть, которую я вот так ребром ставила и получала вот такие палочки, точечки. Прикольный штамп тоже ни к чему не обязывающий. Для каких-то акцентов можно использовать. Ой, здесь я плохо оттиск поставила. Так, вот то есть смотрите, Екатерина просто все пространство использовала с пользой. Даже вот такие маленькие кусочки, которые остались, она туда все равно поместила какие-то малюсенькие штампы. А вот это меня сейчас очень умилило, потому что когда я рисовала ну, свои эскизы, в какой-то момент я просто выдохлась. И у меня уже просто не было никаких идей. И я вот начала рисовать вот такие вот палочки и зачеркивать их. Знаете, по аналогии, как когда люди дни отчитывают вот на необитаемом острове или еще где-то. Вот такие палочки я начала рисовать. И Екатерина тоже такой символ включила в этот набор. Смотрите, его тоже можно по-разному вертеть. Можно стык вот здесь вот делать и как бы продлевать эту линию. Просто я сейчас стоя и мне не видно. Я не могу, не вижу, в общем, я. Вот сейчас что? Нет, не попала. Но если наклониться, у меня просто еще блок, он от лампы бликует и мне, меня, меня слепит. Вот, можно продлевать такие длинные линии, заборчики делать. Ну и просто в фоны. И думаю, что его можно как акценты тоже куда-то ставить такой интересный. Интересный символ. И мы посмотрели с вами все 17, 17 штампов. Я все еще в шоке от их количества. И я сейчас покажу вам их поближе. Пишите, как вам этот набор, как вам мой дебют в качестве дизайнера штампов. Ученики школы штампинга, ждите, ждите скоро урок с этими штампиками. Обещаю, что будет весело по хулиганям. И ученики школы штампинга смогут купить этот набор по скидке, по спецпредложению для школы штампинга. И также этот набор будет доступен к покупке для всех желающих. Если к моменту этого видео он уже будет на сайте питерского скраб клуба, то я оставлю ссылку на него внизу в комментар... под этим видео. А если он еще будет недоступен к покупке на сайте, то следите за моими соцсетями, я анонсирую, как только на сайте он появится. Кому понравился этот набор, кто хочет творить вместе со мной работы похожие. Кто хочет самостоятельно исследовать его возможности, то я, я очень рекомендую к покупке этот набор, потому что я подошла к его созданию как, как человек, который постоянно штампует, который имеет большой опыт. И я постаралась сделать эти дизайны по-настоящему универсальными. Надеюсь, что мне удалось создать что-то современное, что-то вдохновляющее, что-то необычное для вас. И я очень жду вас в комментариях, чтобы обсудить его, пожалуйста, напишите хотя бы пару строк. Понравилось вам или это не ваше, это тоже нормально. А если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, потому что это помогает моему каналу развиться, а мне помогает морально. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые вдохновляющие видео. И до встречи. Пока-пока.